Смерть шляхте! История Северина Наливайко. Родился в семье ремесленника и уже в раннем возрасте столкнулся с произволом вельмож. Его отец погиб по вине местного владетеля. С той поры Наливайко и решил, что будет мстить угнетателям. Пользуясь покровительством князя Острожского, Северин собрал отряд, который совершал нападение на владения панов, выступавших против православия. Северин мечтал избавить родные земли от польского господства. С просьбой оказать ему поддержку в этой затее, он обратился к запорожским казакам. Казачий предводитель собрал немалое ополчение. Занимая города и уничтожая шляхтичей, войско действовало с крайней жестокостью, не щадя женщин и детей. Казаки не могли простить полякам угнетения и зла. Наливайко мог бы победить, но в его стане начались внутренние разногласия. Прежние соратники выдали Северина шляхте, а сам он был казнен в